предложение сегодняшнего дня. Блоки интерьерного покрытия Нью-Йорка. Как сделать ремонт без затруднения? Лето – это время обновлений сегодня для нас. Как сделать ремонт быстро, без стройматериалов, без специальных рабочих? Нам сегодня покажут блоки интерьерного покрытия Нью-Йорк. Вы просто снимаете защитный слой и в два счета их приклеиваете. Справится даже ребенок, дорогие друзья, это бестселлер, это хит продаж. За сегодняшнюю ночь более 500 предложений у нас было оформлено в заказе. Цена только сегодня 5999 рублей и 37% скидка. Травертин белый, травертин бежевый, травертин серый – это новинки сегодняшнего дня. Также есть еще и травертин оливковый. Горячий мокко, сумерки, пошли у нас кирпичные с вами модификации, просто кирпичный, так он звучит в заказе. Альпийский дуб, это хит продаж из раза в раз, дорогие друзья. Кленовый сироп, один из популярнейших оттенков. Золото, золотое ретро, новинка сегодняшнего дня. Классический белый в кирпичной модификации. И также есть белый мозаика, идеально подойдет на потолок. Мозаика Сахара сегодня уже у нас закончилась полностью за эту ночь. Темный шоколад есть также. Мои два любимых оттенка. Мятный и сочный лайм, они в ограниченном количестве. Золото инков и массив дуба также уже нас покинули из-за цветовой палитры. Еще есть три цветовых решения, среди них есть новинки. Графитовый, дорогие друзья, такой стильный, стальной оттенок. И две новинки сегодняшнего дня. Это графит волна и корица волна. Цена только сегодня 5999 рублей. Бесплатная доставка. В упаковке вы получаете 20 листов, которых хватит на 10 квадратных метров. Забирайте сразу 2-3 упаковки, чтобы можно было обклеить большое пространство. О том, как сделать ремонт без затруднений, без специальных ремонтников и стройматериалов, расскажет Алексей Мичурин. С удовольствием, но долго рассказывать не буду, потому что здесь нужно показывать свет. Да. Когда ремонт у нас связан с большим количеством работ, то вот здесь как раз вам нужно только оклеивать стены. Итак, стеновая панель 70 на 70 сантиметров. Еще раз напомню, в комплекте вы получаете 20 таких стеновых панелей, это 10 квадратных метров. Все, что вам нужно, это отклеить защитный слой бумаги, а далее нанести эту стеновую панель непосредственно на стену, не подготавливая ее дополнительно. То есть мы ее не выравниваем, не оштукатуриваем и даже не снимаем старое покрытие, будь то кафель или старые обои, или может быть какое-то старое дерево. Заклеиваете, загибаете в уголочек, и у вас сразу получается идеальный результат. Ну вот я понимаю, что ничего не надо подготавливать, вы можете иметь старые обои, и не надо, главное, ждать мастеров, покупать стройматериалы, стоять по 10 часов в очередях в строительных магазинах. Вы просто вот так вот вдвоем отклеивать или даже с этим справиться. Можно в одиночку тоже, да. И приклеиваете на два счета. Знаешь, что мне еще нравится, Леш? Что, по сути, даже стыки не надо подгонять, потому что все как-то подходит. Ну, опять да, же, да, все линии здесь горизонтальные и вертикальные, поскольку действительно рисунок такой кирпичный у нас, поэтому подгонять особо ничего не придется. И подрезать тоже придется по минимуму. Но самое главное, посмотри, как идеально заходит в углы. В углы это камень преткновения многих работников. Когда они кривые, то очень трудно наклеить туда обои. Здесь они великолепно заходят. Ну и смотрите, идеальный вариант. Даже на старые обои мы наклеили данную стеновую панель. Ну, друзья, вы знаете, да, у меня знакомая делает сейчас ремонт, и они, вот, как я говорила, 10 часов стояли в очереди и вообще провели в магазине строительном. И, друзья, они столько всего затратили. Кстати, давайте посмотрим на результаты, которые у вас получаются. Вот, была обычная квартира до коридора или что-то такое. Как становится после? Потолок можно обклеить в ванной, туалетной комнате, в квартире. Туалет как преображается. То есть вы действительно можете любое пространство обкреативить. И белые поверхности, и кирпичные, и мозаика подходят идеально также для потолка. На дачу можем опять же брать. Да, для дачи это тоже идеальный вариант. На дачах у нас обычно ветхие, старые какие-то деревянные постройки. Это и сараи, это и кладовки, это и туалеты. И, естественно, вот в эти щели задувает ветер, заползают насекомые, и выходит тепло, когда дело касается отопления. Берем нашу стеновую панель, и на дерево она тоже ложится. Причем такой
дерево, да, вот с какими-то штучками. Да, с остатками штукатурки мы специально не стали ничего выравнивать, прям показали то, что вы можете также наклеить. И здесь дополнительный эффект изоляции присутствует, поскольку материал, из которого сделаны данные обои, а это вспененный ПВХ, он, естественно, будет защищать вас от ветра, от насекомых и от попадания осадков, потому что материал не боится никаких температурных режимов и перепадов температур, ну и также не боится водички. Сейчас мы это все продемонстрируем. Кстати, еще раз смотрите, раз, наклеили. Кстати, увидели, что у нас здесь провод идет? Да, это я покажу. Давай. Мы пустили проводку поверх этой стены, то есть не стали, опять же, ничего штробить, и сверху наклеиваем обои. Обои за счет 3D-фактуры, за счет объема закрывают все неровности, и из-за этого стена получается красивая. Цвет называется у нас с вами золотой ретро. Мне нравится, что руки в клею не остаются, то есть ваши руки чистые. Слушай, ну дети любят рисовать, да, допустим? Да. Как у нас отмываются эти обои? Ну вот посмотри, здесь взял я фломастер и нарисовал сейчас. После того, как попадают какие-либо загрязнения, вы просто берете тряпочку и протираете. Поверхностный слой, он вода и грязи отталкивающий. Соответственно, ничего не будет, если вы помоете эти обои. Даже помыть можно? Да, вот посмотри, если попадает водичка, специально мы ее сейчас подкрасили такого цвета, то она скатывается с обоев. Вы видите, что происходит? Не впитывается, а именно скатывается. Соответственно, можно использовать на, ну, допустим, на веранде, на балконе, в ванной комнате. И после этого просто протираете тряпочку. На кухне в качестве кухонного фартука. Практично. Друзья, это идеальное предложение сегодня для вас. Это настолько, правда, просто. То есть за считанные минуты вы обклеиваете любые поверхности. Напомним, что в одной упаковке у нас с вами идет 20 панелей. И этого хватает на 10 квадратных метров. Посмотрите, любые абсолютно поверхности. Гостиная в стиле лофта. Балкон. Кстати, вот балкон мы обклеили цветом травертин оливковый. Именно так он сегодня называется. В заказе. Стиль лофт. Это у нас с вами сумерки и серые. Сегодня в подарок вы получаете 3 саше. Цена только сегодня. Удачного и легкого вам ремонта.